Побороть редкое генетическое заболевание мечтает 4-летний Захар из Тугулыма. Для этого мальчику необходимы дорогостоящие лекарства. Вести Урал совместно с Русфондом продолжают рассказывать о тех, кому нужна ваша помощь. За желтую цепляйся. Давай. Цепляться за перекладины, как за жизнь, 4-летний Захар привык с самого рождения. Из-за недостатка ферментов в крови мальчика накапливается токсичный аммиак, из-за чего в первый год жизни он едва не погиб. Решить проблему помог препарат. Помогает расщеплять белки и убирает аммоний из крови, который так вреден для него. Вот просто принимаем препарат, и он будет нормально развиваться и как дети играть, бегать, учиться. Препарат мальчик принимает с 8 месяцев. Он позволяет ему жить практически полноценной жизнью. Играть в подвижные игры, говорить, рисовать. Но лекарства нужны и дальше. Захару жизненно необходим препарат Аманапс. Лечение этим лекарством как минимум в течение полугода позволит избежать развития метаболического криза с неблагоприятными последствиями для жизни ребенка в виде нарушения сознания, комы, судорог и поражения печени вплоть до летального исхода. Захар может полноценно жить и развиваться. На курс лечения необходимо собрать 650 тысяч рублей. Помочь Захару можете вы. Достаточно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. В ответ вас могут попросить подтвердить перевод. Если этого не сделать, деньги до получателя не дойдут. Ольга Зиналиева, Александр Южакова, Вести Урал.